Передвижная лаборатория позволит проводить занятия с детьми от 5 до 16 лет в любом населенном пункте региона. Внутри автомобиля – самокаты, конусы и даже демонстрационные стенды. В общем, есть все необходимое для того, чтобы учить правила дорожного движения на практике. Дислоцироваться уникальный комплекс будет в областном центре развития творчества детей и юношества. Ребята на сегодня уже изучили оборудование. Сегодня им будет дан еще мастер-класс представителями РСА. И непосредственно потом они будут выезжать в муниципальные районы. Вы увидите рули, вы увидите педали, вы увидите все, что на сегодня вот связано непосредственно с отработкой вождения на автотранспорте. Золотухинский район станет первым, куда отправится автомобиль. Там лаборатория безопасности пробудет целую неделю. Такие передвижные комплексы есть уже более чем в 60 регионах страны. Трудно оценивать эффективность, но потому что, конечно же, мы смотрим за нашими коллегами, но мне хотелось бы понять, как это будет эффективно у нас в первую очередь. Поэтому я думаю, что и я предлагаю отслеживать передвижение такой лаборатории именно по нашему региону. Этот мобильный комплекс Курская область получила в рамках федерального проекта, главная задача которого – снизить число аварий с участием детей. Ксения Дегтярева, Сергей Малеев. События дня.